Так, друзья, в общем, посетили мы Тольцы, решили прокатиться до Листвянки. В Тольцах мы пробыли где-то 3-4 часа, находились на улице сегодня. Какое сегодня число? 26 марта. В принципе, там очень грязно, то есть, в принципе, ходить можно. Где-то отсыпка, где-то что. Ну, то есть, в принципе, увидел много. Что-то тогда не увидел. Что-то новое построилось. Ну, и, в общем, это история северных народов. Считаю, что каждый ее должен знать, живущий в Иркутской области. Двигаемся дальше. По Байкальскому тракту идут стройки. Какие-то строят развязки, не развязки, или ЛЭП будут тянуть какой-то новый. Не знаю, в общем. Открываются такие пейзажи. Ну, это, наверное, будет Никольск. Дорога с мелкими выбоинками. В принципе, нормально. Сторожка какая-то стоит. Дороги с обоих сторон расположены турбазы. Такие горы, то есть. Это поселок Никольск. Я так понял. Тольцов до Листвянки 25 километров. По всей дороге. Спуск, подъем, спуск, подъем. Сейчас буду
трасса будет запрещен. Там поселок Никола. А, о, Никола, Никольск. Извиняюсь. Ошибся немного. Ну, в общем, что-то мне это напоминает. Дорогу на Оланды. Вот открывается вид Байкала. Так, ребят, прорвались мы в Листвянку. Ну, как прорвались? Ну да, на самом деле прорвались, не проехали, а прорвались. Так, тут движуха хуже, чем в городе, в общем. Купили мы рыбки, ценообразование тут на рыбу вообще просто ужасное. Цены, как не знаю, с чем можно сравнить. Ну, Байкал, то есть еще не растаял. Ну, уже собирается. Ну вот, выдвигаемся домой. Находились, а, что по Тальцам, что по Листвянке, пипец, короче. Завтра с кровати не поднимусь. Ладно, поедем. По дороге поснимаем, может.